еще люди подойдут, просто чтобы мы просто так и сидели. Я хотел бы сказать огромное спасибо всем организаторам, всем артистам. Особенно огромное спасибо нашему Аруту. Давайте поприветствуем его. На самом деле, как же поприветствуем. Мы сегодня сидим живой, Арут — это живая икона. Я хотел бы всем пожелать приятного аппетита, хорошего настроения. Здесь у нас присутствует вице-президент Союза Мэра России Герман Сергеевич Аронянц. Здесь у нас, давайте поприветствуем вместе с супругой. Вместе с супругой. Наш Герман Сергеевич очень порядок отвечает, что медицинский помнится мне, он с женой приехал. Спасибо. Я хочу сказать, что здесь присутствует наш председатель Союза Армии России, наш уважаемый Гамаяк Мерсесаев Устян. Давайте поприветствуем. Вот здесь это... Хочу сказать, что здесь присутствуют заместители, здесь наши депутаты. Вот здесь присутствует депутат городского собрания Анжела Альбертовна. Давайте поприветствуем. Анжела, встань, вы тебя видите. Хорошо, что Анжела, мы сегодня поймем, третий ушел, а четвертый не пришел. Спасибо. Я хотел бы... Всем желаю приятного аппетита, хорошего настроения, а там дальше мы все скажем. Спасибо вам большое. И хочу сказать, что сейчас будет легкая музыка. Я хочу сказать, что наш музыкант, давайте поприветствуем его тоже, он остался. Хочу сказать, что этот человек замечательно играет, замечательно поет. Единственное, поет одну песню бесплатно. Давай ловы, давай ловы, давай ловы, и будет не больно твоей головы. Спасибо большое. Я хочу сказать, что... Здесь находятся одни из спонсоров, наш СОС, Гран Эшман Карасян, и также Алик Агакян, они все здесь. Сами, что вас видели? Да, видели уже, ага. Да, еще раз с вами, огромное спасибо вам. Хочу сказать, что все, что делается, надо все говорить, чтобы в следующий год не забывали, опять так же организовали, потому что у людей память на хорошее, плохое, мы должны сделать так, как всегда напоминать. Спасибо. И всем приятного аппетита. Так поздно мы еще никогда не собирались. Гуляем до утра отсюда, кому езжать на вокзал или в аэропорт, а кому не уезжать, мы скажем, у нас есть гостиница, машины, квартиры, кому что надо, все сделаем. Спасибо вам. Музыканты, слушай, спасибо! Дорогие друзья, еще раз добрый вечер. Я попрошу внимания, не каждый день слушайте живого депутата, послушайте, пожалуйста. Здесь у нас находится наш вице-президент Союза Армян России Герман Сергеевич. Герман Сергеевич, я попросил, подойдите сюда, пожалуйста. Я хочу сказать, что в Москве 20 миллионов живет. В Сочи живет 600 тысяч. Такого концерта в Москве вы не сможете организовать, потому что в Москве делают за деньги, а мы делаем это все от души. А ведущие какие? А я обязательно. В следующий раз мы с вами тоже третьим я буду. Хорошо, спасибо большое. Дорогие друзья, я хотел бы с вами поздравить нашему Герману Сергеевичу. Он у нас, посмотрите, как Дон Корлеоне. Он, хочу сказать, это настоящий мужчина, и все женщины, которые видят нашего Германа Сергеевича, поют песню «Ах, какой мужчина, я хочу от тебя сына и, конечно, дочку, и торговую точку». Слово вам! Спасибо. Он так и зарисовал меня, что я даже не знаю, что говорить. Спасибо большое. Дорогие друзья, дорогие наши армяне, дело в том, что сегодняшний концерт прошел просто замечательно. Я должен сказать, он был настолько насыщенный, разносторонняя программа была, и танцевальная, и пение. Просто было превосходно. Я получил такое наслаждение, дальше уж просто некуда. Правда, должен сделать одно замечание. Если в концерте нет перерыва, то не более 2 часов должен длиться. Если есть перерыв, можно, но армяне всегда любят перебарщивать. Ничего, это нормальное мнение. Дорогие друзья, самое главное, знаете, что сегодня для меня, как гражданина России, армянина, да? Очень важный момент, что сегодня вы подкрепили фундамент мостов дружбы России и Армении, подкрепили его хорошо. Конечно, эти мосты давно были построены при Петре Первом, но сегодня
вы подтвердили, что это мосты, под которыми могут при их испытании стоять наши враги, они все равно будут живыми, потому что эти мосты очень крепкие. И вы знаете, этот концерт имел большое воспитательное значение для нашего молодого поколения, ибо сегодня молодежь – это наша большая проблема и в Армении, и в России, что греха таить. И мы такими концертами объединяем нашу молодежь, потому что молодежь – это движущая сила. Никогда не забывайте, что важнее, чем молодежь, сегодня ничего нет. У нас и в России проблемы с молодежью, и в Армении проблемы с молодежью. Это больное место. Надо больше выдвигать, воспитывать нашу молодежь в духе патриотизма своей родине. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 И еще хотел вам сказать, что великий философ Бекон говорил, патриотизм к родине зарождается в семье. Если мы в семье научим ребенку любить маму, папу, брата, сестру, в школе одноклассника, в институте однокурсника, в армии сослуживца, он автоматически полюбит свою родину. Спасибо. К великому счастью, сегодня у нас праздник. Так, молодежь. Без меня ни петь, ни курить, ни воровать. Послушайте, хорошо? Когда мы родились, я радовался. Когда говорят, надо слушать. Спасибо. Я хотел бы сказать, что давайте поприветствуем нашего председателя Союза Армян России, нашего Мамаяка Нарсеса для города Сочи. Я хотел бы Мамаяка Нарсеса, чтобы вы стали. Он у нас был депутатом. Он у нас сегодня единственный почетный гражданин города Сочи армянской национальности. И то благодаря музыканту добавьте зарплату, как за вас смотреть не болит. Я хотел бы сказать, что этот человек имеет очень много заслуг. Во-первых, он после Черноморья на второе место по недвижимости занимает в городе Сочи. Я хочу сказать, что этот человек очень эрудированный, этот человек очень великий. И наш сегодня командир, наш председатель, а мы его помощники. Мы гордимся, что у нас есть такой председатель. Помогай, Константин, слово вам. Я еще раз должен сказать Барилеку Селегайнагисе, Барикише Селегайнагисе. Я впервые, между прочим, такой случай, что ночью мы приветствуем друг друга. Ну, то есть наши праздничные столы мы открываем именно ночью. Дорогие мои друзья, то, что наш тогда уже все сказал, рассказал, тут практически уже ничего не осталось. Вы знаете, мы сегодня вчера, вот уже несколько дней, очень напряженно думали, как сделать, организовать сегодняшний день, организовать и этот праздник, и этот концерт, и организовать сегодняшний вечер, нашу встречу. Мы на своем совете Союза Армян России в городе Сочи решили, что у нас очень много достойных людей, достойных заслуживающих наград. И мы сейчас хочу, чтобы эти награды мы вручали. Марина Борисовна. Награждается почетной грамотой Союза Армян России в городе Сочи Гаспарян Амарас. Награждается почетной грамотой Союза Армян России в городе Сочи Акимхан
Александр Гарьевич. Награждается почетной грамотой Мартиросян СОС Гранта. Награждается почетной грамотой Союза армян России города Сочи Атульян Галихин Галихинович. Мы собирались награждать еще Сосо Павлиашвили, но его нет. Хорошо. Спасибо всем, друзья. Баронжа, это стоит 10 минут, начинается. Спасибо. Thank you.
счастья, хочу пожелать всем здоровья, и мы всегда вас ждем. Мы всегда ждем на сочинской земле, ждем вас с нетерпением. Хочу пожелать всему армянскому народу счастья, мира и объединения. Дай Бог всем здоровья. За сказку надо выпить, пожалуйста. А наш музыкант поставь песню какую-нибудь, а потом мы продолжим. Хорошо, спасибо. Не какой-нибудь, а те, кто здесь. Здесь наш Григорий Исаян находится. Поставь Григорий Исаян. Правильно, Григорий Исаян? Ага. Спасибо. Ага. Гриша, я тебя бесплатно первый раз пою. Джан. Айди Бекал, айди Агнасик, Таунаке. Выходим танцевать тогда. Танцевать. Опа! Он едет в Эцери. Едет на Мест. Едет на Мест. Безумно люблю
И хочу вам сказать огромное спасибо за такое значимое событие сегодня в нашем городе. Я хочу вам сказать, что у каждого армянина, сидящего в этом зале, и не только в этом зале, живущего в этом мире, что внутренний Безмын никогда не колебался. Я только одного хочу, чтобы мы были еще дружнее, сплоченнее и добрее. Прежде всего, мы должны показать всем, что мы дружные. Прежде всего, мы должны показать всем, что мы сила. И это самое главное. Спасибо вам огромное за эмоции. Баста. Доброй ночи, дорогие друзья, доброй ночи, уважаемые земляки, уважаемые армяне. Когда Ганум Меликов сказал, что вроде как мы под сомнением следующий созыв, я вам честно хочу заверить, вот под большим сомнением это вот, а мы уже считаете, что в следующем созыве. Это первое, что я хотел сказать. Он сильно уверен в завтрашнем дне. Дорогие друзья, действительно, сегодня такой знаменательный день не только для города Сочи, не только для наших армяне, наших соотечественников, но это праздник для всех армян мира. Сегодня действительно вы нам подарили большой-большой, красивый, яркий праздник, запоминающийся, впечатляющийся. И действительно, мы все получили массу положительных эмоций. Мы получили массу красивых песен. Действительно, та традиция, которая у нас в городе Сочи продолжается, в этом году это уже четвертый, если я не ошибаюсь, да, конкурс. Амарат, третий, да? Мы всегда на одну цифру ошибаемся. Я думаю, что с тем размахом, с тем вот широкой душой, каким сегодня был конкурс, наверное, следующий конкурс будет еще шире, еще краще, еще лучше. Потому как этот конкурс «Песни года» набирает обороты, набирает рейтинг и авторитет. Большой-большой авторитет не только среди армян, но и всех национальностей, которые проживают в нашем большом Советском Союзе и во всем мире. Я вам всем артистам, кто сегодня выступал, желаю новых творческих успехов. На достигнутом не останавливаться ни в коем случае. Я искренне благодарю всем тем, кто принял самое активное участие в этом мероприятии, организаторам, генеральным спонсорам и все те, кто стояли, стоят и на сегодняшний день вот здесь находятся рядом с вами. Действительно, это большое-большое дело. И это говорит о том, что мы, армяне, вместе. Мы, армяне, дружны. И только в дружбе, в согласии, в мире мы можем продвигаться вперед, идти шагать вперед по жизни, не оглядываясь назад. И я бы хотел бы всем пожелать в первую очередь крепкого-крепкого здоровья, удачи, успехов и всего самого-самого доброго. Мы вас любим! И Арминакович тоже хочет пару слов сказать. Я не такой многословный, но я хочу искренне присоединиться к тем словам, которые сказали мои коллеги и друзья. И очень рад разделять такое мероприятие, которое сегодня происходит, и чтобы оно еще продолжалось не один год, и всегда мы могли такое мероприятие проводить в нашем славном городе, городе Сочи. Спасибо. Добрый час, дорогие мои. Да хранит вас Господь. Спасибо. Не ожидал, что вам назовите слово. Спасибо огромное. Дорогие друзья, сегодня у нас такая традиция, кто здесь все находятся, каждый хочет песню спеть. Я хочу сказать, что здесь находится Мартин Макарнычан. Где Мартин? Где находится Мартин? Мартин, ты родственник моей жены, моя жена тоже макарнычан. Я хочу сказать, что да. Кстати, вот она тоже макарнычан у меня. Вот, да. Я хочу сказать, я хотел бы, чтобы ты тоже песню спел, потому что когда мы приезжали в Армению, когда Лёва Алурагадзе, когда Бурнаш Ашот, всегда Мартин еще не таким знаменитым, он везде пел. Спасибо, давайте поприветствуем. Мартин, слово тебе. Спасибо.
Спасибо, что отдался басня к тетнекной родничка, но реди, пенсиан камень, я Вас попасть в скафтер в Авнаде. Инчу Месси. Извините, что ты пишешь душу Месси здесь. Смеется на тему, что я что ли. Шапуша, шише, мерзавер, умар, мерзавер, шише, 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 шише,
сказал на Эйчалас канал, Жама Нагьян, новый Калпионы. Естественно, эти горы флешки печи, вам бы здесь он там на печи, когда я тебе драма, не сама тайна, не бывает. Узвоем акапелла Ерким, гармонист, как они с флешки спотошли. Ирикна гаты саека, Sirani sajeka, sormi korek vervani, gida srdesni sajeka, ona homo apanata, abundan kući vota, ona Спасибо.
можем гармонично, но он это слышать. Спасибо огромное. Thank you.